Первый матч со сборной Литвы. Основной состав отыграл первый период со счетом 3-0. Далее на поле выпустили молодежь. И ребята не подвели. Забивал каждый и не по одному разу. А вот ответных мячей не пропустили. В итоге сухой счет 12-0. Вечером того же дня россияне встречались со сборной команды Франции. И здесь не было равных игроку сборной России Ивану Криштопе. Ваня забил 4 мяча в ворота соперников. Также отличились Владимир Сосницкий и Никита Семин. А вот французы смогли только реализовать пенальти 6-1. Эти две победы продвинули россиян еще ближе к финалу. 29-й чемпионат Европы по мотоболу подходит к своему логическому завершению. Сегодня нас ждет финальный матч. Сборная России в отборочном туре выиграла у всех команд и только с хозяевами сыграла в ничью. Тем не менее, к полуфиналу наши спортсмены стояли на первой строке турнирной таблицы. За выход в финал мы боролись с белорусами, занявшими лишь 4-е место. Приберегая основной состав команды для решающего матча, тренеры решили отправить в бой молодых игроков сборной. Они с честью справились с заданием 11-2. Этот результат говорит сам за себя. Во втором полуфинале победу одержали немцы. Именно с ними нам и предстоит сегодня бороться. Мы верим в мастерство наших мотоболистов и надеемся на спортивную удачу.